Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Слава нашему Спасителю, Господу! Всех приветствую! Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! Братья, сестры, всех приветствую со Львова! Привет всем в Киеве! Наша киевская архиепископия. Бог, действительно любящим Его, те, кто поют эту песнь любви в своей жизни, и фимиам любви возносится к небесам, действительно переживает божественный переворот, божественный Пурим. Потому что враг приходит, чтобы украсть, убить и погубить, а Господь пришел, чтобы мы имели жизнь и жизнь с избытком. И это великое благословение. Дорогие друзья, Также передаю привет и огромное спасибо всем, благодарность, кто действительно в молитве о Львове, о городе Льва из колена Иудина, Иисуса Христа. Я верю, что здесь не только князь вспоминается, основатель города, но и сам великий Лев, Лев всех Львов, Иисус Христос. И благословляю вас, дорогие друзья. Во имя Господне, во имя Иисуса Христа, благословляю благословением священников. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которому надлежало бы нам спастись. Слава Иисусу Христу. Навеки слава Богу Святому. Из города Львова, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя. Мир всем вам. Рождество прибыл только к Средине.
Но стилистики связаны как раз и с Рождеством, с праздником Рождества, потому как Иисус, когда ему было 40 дней всего от роду, был принесен младенцем в храм родителями. И вот я хочу прочесть из Слова Божьего, братья и сестры, от Луки, 2 глава, 22 стих и далее. Легко запомнить, да? Луки, 2 глава, 22 стих. Написано так здесь. «А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающего же сна, был посвящен Господу. И чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет в просвещении язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матерь его делились сказанному ним, и благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его: «Се лежит сей на падении и на восстании многих в Израиле, и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Тут была также Анна, пророчица, дочь Фанулилова от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от детства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Аминь. Вот, братья и сестры, о событии там рассказ из Евангелия от Луки. И сретение, именно вот как раз этот праздник об этом. Евангельское событие там вспоминается. Друзья, действительно, за эти 2 тысячелетия исполнялись многие пророчества Писания. Много того, что Бог говорил Духом через пророков. И вот через Симеона сказанное также исполнялось и исполняется на наших глазах. Потому что действительно Иисус Христос, Он есть свет просвещения всех народов. И Он есть слава народа своего Израиля. Сегодня трудно на земле народ найти такой, который бы не был бы хотя бы в малой степени, но просвещенным Словом Божьим. Я не говорю про украинский народ, который очень освящен Словом Божьим. И освящается, и просвещается Словом Божьим. Но есть много народов на земле, которым Слово Божье пришло только лишь вот в наше время уже, в наш час. И сегодня это знамение свыше. Друзья, перед приходом Христа, перед пришествием Его исполняются разные пророчества. И страшные, ужасные пророчества о войнах, гладах, морах, о землетрясениях, землю лихорадит, нашу планету. Действительно, хотя, казалось бы, всегда были землетрусы, да, вот эти землетрясения всегда происходили на земле, но никогда не было их, как вот в наш час, в наше время. Ученые даже за голову хватаются.
и говорят, что мы вступаем в эру, такую эпоху самой активности огромной сейсмической нашей планеты. Много что происходит на Земле, но есть исполнение и прекрасных пророчеств. И самые прекрасные пророчества, которые исполняются в наш час, это как раз то, что будет проповедовано сие Евангелие Царства, во свидетельство всем народам. И это происходит. Оно происходило и в прошлые столетия, но в наше время происходит наиболее активно. Особенно вот уже в эпоху интернета. Сегодня Слово Божье не слушает и не читает разве что ленивый. Знаете ли, в любой стране мира, на любом наречии, на любом языке можно, пожалуйста, прочесть Слово Божье. Даже в тех странах, где запрещено проповедовать, официально запрещено Божье Слово проповедовать, люди имеют возможность прочесть Слово Божье или услышать его озвученным через, опять-таки, средства связи. Слава Богу! Это действительно прекрасное пророчество. И сегодня Иисус Христос, Он есть свет просвещения всех народов. Друзья, ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. И вот здесь уже, как это было сказано, прекрасно, как раз о призыве Божьем и о служении, которое верующие совершают в своей жизни. Знаете, и действительно призыв есть каждому из нас, и он особенный каждому из нас. В жизни, в судьбе каждого из нас он особенный, он уникальный, призыв к Божьему служению, к Божьей работе. И каждый на своем месте действительно, о чудо, действительно исполняет это Божье поручение. А в чем оно? Когда Иисус родился, я вот примеры такие Слова Божьего, как раз вот рождественская тематика, и сегодня Сретение как раз наступает праздник, как раз к этому подталкивает. Когда Иисус родился, то исполнились пророчества, и самое первое, которое Матфей пишет, что дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. Это так трогательно. Я очень люблю действительно вот это переживание, люблю это откровение от Слова Божьего, потому что Эммануил, Эммануэль, да, это не просто с нами Бог, не только с нами Бог, а еще внутри нас сущий Бог, растворенный в нас. Да, вот я об этом в семинарах своих рассказываю более подробно, конечно, потому что даже скачал себе также, и вам рекомендую, кто пользуется, также рекомендую, скачайте себе Библию с номерами Стронга, очень хорошее чтение. Именно можно как раз оригинальный текст просматривать, еврейский или греческий текст новозаветный. И по номерам Стронга именно слова пророка были именно таковы, именно Эммануэль. Есть слово Этануэль, Этану, еврейское слово Этану переводится буквально как «с нами», «возле нас», «близко с нами», Этануэль. Есть такое изречение также у пророков. Но здесь в пророчестве было сказано именно Эмману. Оно пишется даже на иврите похоже и звучит очень похоже. Но разница принципиальная, потому что Эмману – это не просто рядом с нами, близко с нами, хотя можно и так перевести, одно из первых значений как раз этого слова. Но есть другие значения этого слова. Эмману – это растворенный, выпитый, съеденный нами. И вот самый хороший пример вот, для меня. Я художник вообще по своей специальности, до церковной. Вот 30 лет назад я начал свое церковное православное служение. А до того я был художником, художник-оформитель, моя специальность доцерковная. И я мыслю часто такими образами. Вот. И для меня очень важно увидеть один раз, даже порой, чем 100 раз услышать. И вот, когда переводчики, знатоки иврита разъясняют на примерах, Иисус тоже так делал, братья и сестры, дамы и господа,
Он тоже так делал. Он тоже брал примеры какие-то из обыденной жизни. И это порой убеждает человека больше, сильнее. И вот меня очень сильно, как говорят, зацепило вот это вот разъяснение такое. Переводчик взял, значит, преподаватель иврита, взял, значит, стакан воды. Вода на иврите, можно так воспользоваться? Я люблю иллюстрации такие. Это можно? Да, я чью-то воду возьму. Да. Вот вода на иврите – это мои. Мои. Очень такое популярное слово еврейское. Очень много еврейских слов есть с этим словом «мои». «Май», «мои». Вот. И я по матери Талин, моя мама Ибрагимова, у меня большая мусульманская семья. Вот. И там «май», «моим», по отцу я еврей, а по матери Талин. Вот, но как бы кто же я? Ну, самое главное, Божий человек, самое главное, что сегодня во Христе Иисусе Бог всех нас примиряет и спасает всех. И вот, но на татарском май, маим, это все, что с жиром связано, маслом. Даже украинское сало можно перевести как май, ну как бы так грубо. Вот. А значит, вообще-то есть красивые слова, допустим, небеса. На иврите шем маим, то есть имя, дающее воду. И вот переводчик брал стакан и говорит, вот вода, которая в стакане, да, для описания ее, вот она возле меня сейчас, эта вода, но для описания ее я могу лишь употребить слово именно этану, этану моим, то есть вода, которая возле меня, она близко со мной, но я так и буду жаждать, если она будет лишь этану, но когда я пью ее, ваше здоровье. Вот вода, которая сейчас во мне, она вот разливается по мне, она во мне становится частью меня, я частью ее становлюсь. Вот для описания этой воды уже я могу только лишь употребить слово «эману». «Эману моим». То есть вода, которая, она стала частью меня, а я частью ее стал. Уже мы одно. Но как я могу Бога выпить? Как могу съесть Бога? Парадокс. Почему пророк написал «Эману» – «Бог, которого мы съели, выпили», «Бог, который частью нас стал, а мы частью его стали». Знаете ли, очень такое чудное пророчество, очень странное. До пришествия Христа было, наверное, больше вопросов, чем ответов на эту тему. Кстати, перед тем, как Христос пришел на эту землю, перед тем, как Он родился, были разные школы иудаизма. В еврейском народе были разные, будем так говорить, дискуссии. Были разные мнения по разным вопросам, ну как всегда. Даже есть такая поговорка, да? Два еврея, три мнения. Конечно, мы порой спорим по разным вопросам, есть разные школы. Но один еврей доказывает одно, другой другое, а потом в конце решаем так. И ты прав, и я прав. Мы оба правы. Мы просто по-разному смотрим, с разных сторон. И вот есть, были школы, перед тем, как Христос пришел, самые такие популярные школы были вот, значит, школа Шамая, ну и потом школа, которую мы знаем, как школа Гилеля. Значит, и они спорили между собой по разным поводам. Затем христианство во многом очень созвучно со школой Шамая, кстати. Во многом очень созвучно. Потому что Шамай учил как раз Акравин, что необходимо не только быть иудеем по наружности, да, что необходимо еще духовное перерождение, рождение свыше. Вот как раз эта тема, помните, Иисус, когда с Никодимом беседовал, Он не сказал же, что послушай, Никодим, я сейчас тебе расскажу то, что ты никогда в жизни не слышал вообще, что нужно тебя родиться свыше. Нет, Он так не сказал. Он сказал, что ты один из учителей Израиля, разве ты об этом не слышал? Об этом разве что ленивый не говорил. Все об этом спорили, просто разные мнения высказывали. Шамай утверждал, что необходимо духовное перерождение, но как? У него было снова больше вопросов, нежели ответов. Но всем было понятно, что от личной встречи с Господом, переживание личной встречи с Господом. Вот. Но как? Было больше вопросов, нежели ответов. Гилель настаивал на том, что необходимо вот это внешнее
И оно достаточно уже. Да, вот, друзья. Но когда таинство это произошло, Иисус когда родился, интересно, исполнились эти пророчества и предугадывания учителей Израиля. Так вот, когда вот тем школам, и Шамая школа, и школа Гилеля, им задали вопрос, один из главных вопросов задали, дайте нам как бы золотой стих Библии, то есть тот стих, который как бы открывал собой Слово Божье, всю Тору, пророков. И самое интересное, что обе школы, не сговариваясь, нашли в Библии один и тот же стих. Это большая редкость. А второе, что этот стих они нашли в самой странной книге Библии вообще. И в две таких странных книги, в которых библейских текстов, в которых нет имени Всевышнего Бога. Для еврея это более чем странно. Одна из них книга Могила Тестер называется, или книга Исфиль по-русски. Значит, и она считается, вот уже скоро будет праздник Пурим, на носу уже, что называется, праздник Пурим. В этом году он ранний, он, получается, 1 марта выпадает, праздник Пурим, и читается из Библии как раз вот эта книга Исфиль. О том, как злобный Аман, тогдашний Гитлер, хотел нас уничтожить, но мы победили с Божьей помощью. Вот, значит, и до сих пор вспоминаем об этом, об этой победе. И благодарим Бога Всемогущего. Вот, а вторая книга, тоже такая вот странная, в которой нет имени Всевышнего Бога, и даже гадательно, даже в расшифровке аббревиатуры не нашли такой. Так вот, эта книга называется «Шир Хашерим», или по-русски «Песни песней». В книге всех книг есть песня всех песней, в которой есть стих всех стихов. Довольно интересно. И этот стих, который мудрецы и одной и другой школы, они признали как бы ключевым, золотым стихом, открывающим все еврейские писания, по-русски он звучит так, что «Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой мне». Что «Я ему принадлежу, а он мне принадлежит». «Я принадлежу моему возлюбленному». Красивый стих. На иврите «они», то есть «я», да, «они», «ледоди», «ледоди», то есть «я», переводчик перевели «принадлежу», и он мне принадлежит. Хотя вот это «ледоди», «ледоди», переводят задача буквально, что «я в нем всецело», «он всецело во мне», «я ему без остатка принадлежу», «он мне без остатка полностью принадлежит». Можно так перевести, но буквально первое, что «я в нем», «он во мне», всецело. Удивительно, конечно. И, братья и сестры, самое великое таинство, тайна всех тайн, Христос в нас, упование и слава. Самая величайшая тайна. Все остальные таинства, знаете ли, это уже второстепенные и третьестепенные. Вот самое главное таинство, которое 2000-летия уже раскрывается в христианстве, и сегодня раскрывается наибольшим образом. Это тайна всех тайн. Христос в нас. Упование славы. И это великая тайна. Иисус, когда уходил, у Марка записано, что в 16 разделе, да, что идите, говорит, он посылает учеников своих. У Матфея тоже говорится как раз вот это поручение. Вот, и сам Иисус, уходя, у Марка подчеркнута мысль эта, что кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, будет осужден. И он говорит, что у веровавших, вот те, которые уверовали, крестились, будут их сопровождать знамения сверхъестественные, которые этому миру кажутся сверхъестественными. На самом деле они как раз естественные являются с точки зрения неба, с точки зрения Бога. Они являются естественными. Но для мира воспринадлежащего это является, как бы кажется, противоестественным чем-то. Чем-то сверхъестественным, противоестественным. На самом деле это есть естественная вещь. И
братья и сестры, удивительно, конечно. Снова, не знаю, как помните ли с того раза еще мой пример, но я хочу для вас это сказать вновь, потому что, ну, я просто, знаете ли, не могу это не сказать, потому что это вопрос жизни и смерти для верующего человека, вопрос вообще его бытия. Дело в том, что Иисус, говоря о уверовавших и говоря о крещении, конечно, там говорится и о водном крещении, безусловно, но, знаете ли, сам обряд не спасает же, само действие, как водное погружение. Вот. А о каком же погружении говорится? У Матфея говорится о погружении во имя Отца и Сына и Святого Духа. А какое погружение? Баптизо, греческое слово баптизо, опять-таки, довольно интересно. В современном греческом языке баптизо означает окунание, погружение. Но погружение в смысле окунание. То есть именно окунулся и пошел. Это баптизо ты совершил. Но не так было в те времена, во времена Христа и до него, лет за 300 еще, баптизо использовалось в литературе, античной литературе эллинской. И баптизо в то время означало погрузиться, дамы и господа, удивительно, и там и остаться. Погрузиться и там и остаться, и полностью пропитаться всем тем, во что-то погрузился. И в литературе того времени, и до Христа, и во времена Иисуса, и после того эллинского периода эллинизма, там, влияния эллинизма в литературе, баптизо использовалось в основном для описания соления огурцов и прочих овощей. Ну и также для описания прокраски ткани. Вот такая литература. Огурчики все любите? Кто любит малосольные огурчики? Есть любители малосола? Да, у малосола своя прелесть. Да? Он недолгое время находился на соли, поэтому у него свежесть сохраняется, и на шкурке вот эта соленость. И вот это сочетание соленого и свежего свою прелесть создает для малосола. Да? Поэтому есть своя прелесть в малосоле. Греки тоже любили малосол. Но малосол они, огурцы в частности малосольные, они не называли баптизо. Это еще не добаптистские огурцы. А какие же баптистские огурцы? Баптизо. Когда греки говорили баптизо? Когда огурец не просто на шкурке имеет соль, а когда внутри себя уже имеет соль. Вот и Новый Завет говорит, там, имейте соль не просто на шкурке, да, не просто, а внутри себя, внутрь себя. И интересно, что баптизо вот в древнем том мире чаще всего использовалось вот так вот, для описания этих огурцов соленых. Интересно. И получается, слова Христа можно сегодня объяснить вот для современного человека проще, понятнее таким образом. Кто уверует в меня, да, будет, получается, как бы сорван с грядки этого мира. Но для огурца оторваться от матери земли, это какой-то смерть, знаете ли. Вот как бы это конец. И другие огурцы думают, какой хороший был огурец, пропал. Они не понимают, что кто остался на грядке и погибли потом. А что спасется, как раз вот тот огурец молодец, который из грядки прямо в катке. И там просаливается. Там в этих катках просаливается. От огурца что требуется? Да ничего. Главное, не дергайся. Главное, побудь там и находись там и просаливайся. И все. От огурца мало что зависит. Главное, находись там, внутри этого естества. А там и чесночок, и перчик, и травка, и соль, и все там. И тебя все это пропитает. И когда уже тебя достанут из бочонка этого, то хрустнет хозяин, огурцом скажет, баптизо. Вот это настоящий баптизо. Значит, он уже полностью пропитался, он уже от своих сородичей по грядке всем отличается. И запахом, и цветом, и вкусом. Абсолютно другой огурец уже. Так что, товарищи огурцы, Бог хочет действительно нас с грядки в катки эти поместить и просадить собой. Пропитаться им, креститься во имя Христа, это не просто даже погрузиться с именем Его на устах и обещать Ему служение доброй совести. Это хорошо, это прекрасное переживание верующего человека. Я сам за вот подобное баптизу.
Но и я сам практикую крещение, преподаю, хотя я, это не мое главное призвание, но я с удовольствием крещу и в наших церквях, и в гостях, когда бываю, принимаю участие в этих крещениях, с большим удовольствием, делюсь словом на крещение тоже. Очень люблю проводить беседы подготовительные к крещению, огласительные называются беседы в православии. Вот я очень люблю эти занятия сам. Сам и больше получаю, мне кажется, даже, честно говоря. И, так вот, но, Алеш, братья и сестры, слушайте, ведь самое главное даже не в этом. Самое главное в том, чтобы человек был действительно крещен во имя Христа, погружен в самого Иисуса, чтобы он в тебя полностью проник во все поры, во все клеточки твоего естества, а ты в него проник. Он в тебя, а ты в него. Он тебе принадлежит всецело, а ты ему принадлежишь всецело. Вот то, что в песне песней, стих всех стихов, в книге всех книг говорится. Удивительно, конечно. И также это слово «баптизу», я говорю, использовалось в литературе античной для описания старинных концов, это ладно. А еще прокраска тканей. Ткани прокрашивались. Пурпур очень ценился в древнем мире. Готовилась краска, использовались моллюски даже, использовались какие-то еще такие значит, ингредиенты. До сих пор во многом как бы считается значит, тайна даже тех прокрасок, что многие столетия ткани сохраняют прекрасно свой цвет. Столетия, представляете? Археологи до сих пор находят фрагменты тканей, прокрашенных тогдашними мастерами, и они сохраняют на себе вот эти фрагменты этих красок. Удивительно, конечно. Так вот, но в древнем мире не все было качественно. Были халтурщики, были те, конечно, такие люди, которые хотели минимум затрат больше, прибыли получить. И чтобы каждый полис, каждый город, как допустим, Львов, да, защитить потребителя местного, у них было свое нечто вроде ОТК. У них были свои товарищи комендантные, которые занимались именно этим вопросом. Они могли приходить на производство, на склады готовой продукции, к торговцам могли приходить и проверять эти ткани. Брать материал и отдавали женщинам, а те его и кипятили, и стирали, ничего, допустим, не делали. Знаете ли? И если краска не выходит, если после всех стирок, варок, все остается такое же качественное в материи, краска такая же качественная, то тогда эти специалисты, они говорили «баптизо». Но если краска начинала пленять, если ткань менялась, качество пропадало, то тогда они не могли признать это «баптизо». Знаете, сегодня для христианина актуально что, я думаю? Прокраска. Чем мы прокрашиваемся, друзья? Кровью Иисуса Христа. Кровью Иисуса Христа. Размышление крови Христа. Евхаристия, хлебопреломление хорошо. Как обряды, как служение, наше таинство церковное, это хорошо. Но как мы ежедневно прокрашиваемся кровью Христа, пропитываемся ей, каким образом? Благодаря крови Христа мы лишь действительно живы. И как христиане действительно спасены кровью Христа. Обескровленное христианство – это, ну, извините, уже к уровню насмех. Обескровленное христианство – это уже труп уже. Так вот, но чтобы наша жизнь не была трупом, а чтобы наша жизнь была полнокровной, пропитываться как кровью Иисуса Христа? Размышлением. Постоянным гражданином размышлением о драгоценной крови Христа. Размышлением о Его жертве Голгофской. Этими размышлениями, этими переживаниями человек, он пропитывается этим божественным естеством, пропитывается этой кровью божественной. Тогда уже никакие стирки этого мира, они не страшны будут. Из тебя ничего не протечет уже. Ты прокрашен полностью. И не просто раз в месяц или раз в год или как еще, а действительно размышления каждодневно. И благодарение Богу каждодневно. Слава Богу, друзья. Так вот, дамы и господа, братья и сестры, Господь да благословит нас, каждого на своем месте, каждого в труде, в нашем труде, в наших церквях, общинах, где мы трудимся, несем служение,
Да, у каждого служения какое-то специфическое. У меня служение такое реформаторское, православное служение. Да, потому что я убежден, что действительно Бог хочет всех спасти. И спасти не просто, знаете ли, от одной традиции, да, в другую традицию, или от одного обряда, да, в другой обряд, или чего-то еще, а действительно от греха, от проклятия, беззакония, спасти человека, как новое творение, возродить его свыше, потому что кто не родится свыше, тот не видит Царство Божье. А спасение через Христа, друзья мои, через Иисуса, больше никак, другого пути нет у нас. Благодарю Бога всемогущего. Хочу, наверное, время уже, да, у нас, чтобы... Да. Знаете, друзья, ну, наверное, совершенно на хорошем чем-то. А то, у меня пример есть не очень хороший. Надо завершить чем-то хорошим все-таки, положительным. Хорошим, если завершать, то, знаете ли, несмотря на то, что в пути верующего много бывает, вот действительно, и есть порой таких неприятностей, и бед, и испытаний, все-таки из Слова Божьего мы знаем, чем все закончится. Вот это утешает. Знаете, когда ты знаешь, как все будет, к примеру, допустим, какой-то фильм хочешь посмотреть, а какой-то твой там знакомый возьми да и расскажи тебе, ну не фильм сам, а чем все закончится. И ты уже приступаешь к просмотру, а уже знаешь уже, кто там поженится и чем там все закончится. Хотя сами детали фильма ты еще не знаешь еще. И вот как бы из Божьего слова мы знаем, чем все закончится. Это прекрасно. Это не Бог тем самым не портит просмотр фильма нашей жизни и наше бытие. Наоборот. Наоборот, он нас вдохновляет тем самым, показывая, что финал будет прекрасным, показывая, что все закончится именно благополучно. И вот это очень сильно радует, это очень сильно вдохновляет, очень сильно благословляет. Вот, и сегодня молюсь, дорогие друзья, и за вас, возлюбленные братья и сестры, прошу ваших молитв святых. Потому что действительно, может, постарше стал, как-то стал понимать некоторые вещи, вот эти годы последние. Допустим, понимать стал больше и больше то, что Павел писал о теле Христа, что мы порознь члена вместе тела. Вот эту блаженную какую-то зависимость друг от друга, как члены тела зависят друг от друга. И в этом наша полная зависимость от головы нашей, от Иисуса Христа. От Его, вот действительно, королевства Его, Его царства Его, это удивительно. И слова Христа все чаще и чаще вспоминаются, что Он сказал, что без Меня вы не сможете сделать ничего. Действительно, так оно и есть. Но с Его помощью, Его благословением в Нем именно, никогда, знаете ли, вот огурец отдельно, рассол отдельно, а когда ты в Нем, и Он в тебе, вот тогда действительно, тогда все совершается. Пусть Господь благословит вас всех, дорогие друзья. Благословляю вас словами благословения священников. Хочу спеть это благословение. Благословение Ааронова, как его называют еще, из 4 книги Моисеевой, из чисел, 6 глава. В конце 6 главы есть 3 стиха, которые действительно, я очень люблю их. Очень люблю. Наслаждаюсь просто этими стихами часто. Потому что действительно, когда Бог обращает свое светлое лицо на человека, на любого из нас, наша жизнь, она изменяется очень сильно. Мы таем в Его любви, в Его присутствии, от Его любви действительно. Это великая благодать, ни с чем не сравнимая. Вот, и, конечно, для кого-то благословение и приближение, как вот есть слово, ближе к тебе, да, вот, Господь к тебе, ближе к тебе. И для кого-то ближе к Богу, и когда Бог ближе, для кого-то это проклятие, а для кого-то благословение. Вот. Чарльз Спенджер, пример такой приводил, тоже мне очень нравится этот пример, очень сильно запомнился он мне.
Вот когда он говорит, сердца человеческие похожи на глину и на воск, которые в определенном там, полумраке, в состоянии температурном определенном, могут быть на ощупь и по положению, как, похожи друг на друга. Но когда на жар, на солнечный жар выносят и то, и другое, то глина в камень превращается, а воск, он плавится, он тает. И вот говорит, чтобы действительно Господь, приходя, не поразился этим проклятием, он не хочет поразить проклятие, но просто его пришествие, его близость кого-то в камень превращает, ожесточает. Вот, но чтобы наши сердца плавились от его любви, от его присутствия. Вот, это действительно великое благо и благословение. Я желаю всем вам, дорогие друзья, и действительно таять от его этого присутствия, не ожесточаться, вот, а благодарить пред его присутствием. Вот в нем, пребывать в нем. И пусть слова пророческие из книги «Песни песней» исполнятся в наших судьбах, каждому из нас. Они, ледоти, ледоти, ли. И его слова, благословения, я спою на еврейском языке, на иврите. Очень люблю этот язык, очень люблю иврит и с удовольствием изучаю его. Иврит бы я выучил только за то, что им говорю сам Машиах, сам Мессия. А еще почему? Потому что слова иврита, вот того библейского языка, многие слова имеют на современном украинском, русском десятки значений. Как, допустим, слово «шалом». «Шалом» — оно не просто мир, как отсутствие войны, а мир, полное наслаждение им, Богом, полное примирение в нем находившимся человеком, и он в нас находящийся. Пою благословение на всех вас, дорогие. Давайте останемся. Аминь.